Слово представляется Владимиру Васильевичу Аксенову, Союз коммунистов Латвии. Научную часть уже как выложили, попытаюсь чуть-чуть практики подпустить от Латвии. Инна хорошо сказала все, разложила по полкам. Предыдущие товарищи, особенно с наших южных регионов, говорили, что пополняют они ИГИЛ, а мы пополняем НАТО. Какие из этих организаций веселее, судить вам. Финляндия, Эстония, Латвия, Литва готовятся к столетию образования своих государств. Только вы, если вы спросите так называемых ученых-историков, почему произошло вот такое появление латвийского правительства, и оно было советским, во главе с Петром Стучным, после Октябрьской революции, они вам ничего не ответят и сделают квадратные глаза и будут нести всякую чушь. В этом году, в июне месяце, проходила конференция так называемых соотечественников Латвии. И там обычно рассматриваются наиболее актуальные вопросы. Одним из актуальных вопросов там было столетие Октябрьской революции. Хотя это не левые силы там собирались. Народе обычно говорят про таких, что собираются от староверов до новой эры. Так обыватели обычно называют коммунистов. И большинство, даже буржуазных настроенных ученых, пришли к выводу, что наибольшее, что приобрела Латвия, это было сделано именно благодаря социалистическим преобразованиям. Вот тут как раз объявляли, что наша партия называется «Союз коммунистов Латвии». Вроде бы такое странное название, но это тоже как бы история и отголоски 90-х годов, когда произошла свистопляска в коммунистическом движении России, когда было множество партий с разными лидерами, и, соответственно, и наши товарищи в Латвии начали рвать одеяло то в одну, то в другую сторону, и только благодаря ряду наших коммунистов, настоящих коммунистов, такие как Игорь Валентинович Лопатин, который длительное время был помощником Олега Семеновича Шенина, сумели сформировать единую коммунистическую партию. Ну вот Виктор Аркадьевич говорил тут, напомнил нам слова Ленина о том, чем должны заниматься коммунисты. И вот, просматривая наши достижения, можно сказать, что сегодня на всем постсоветском пространстве мы доедаем наши коммунистические силы, плохо подпитываем молодежь. А ведь революция – дело молодых. Поэтому развивать теорию мы еще можем, но проводить жизнь. А ведь без теории партия мертва, но без притворения ее в массы мертва. Поэтому необходимо работать с различными организациями и выявлять в них в рядах наиболее активных и близких к нам по духу молодых людей. Работать с ними. А используя объединение наших коммунистов, сближать эту молодежь, чтобы она оттачивала совместную работу на благо социалистической революции. И сегодня конференция, озвучивая все великое, что принесла всему человечеству Октябрьская социалистическая революция, и даже на английском языке наши комрады. И поэтому есть чем гордиться и равняться молодежи. А 7 ноября мы, как обычно, собираемся в музее имени Владимира Ильича Ленина в Риге. И там будет доложено о нашей конференции сегодняшней и ее результатах. Да здравствует социалистическая революция для всех трудящихся. Октябрьская социалистическая революция во главе с Владимиром Ильичем Лениным будет освещать путь для всего прогрессивного человечества. Спасибо.